У меня, смотри. Эй, ты вылез, это касса, попустили? Нет. Вась, сильней. Ну, не можешь. Все, вешай. Папа. Куриная тунка. Сегодня мы в Ломовке, и говядина стоит 73 рубля. Ребята, сейчас мы нашли фарш в этом магазинчике. Вот такой вот. И похоже на не фарш, но на каких-то червяков. Сосиски вот такие зеленые. Миди вот 400 рублей стоит. Нужно умножать все на 6. Наггетсы. Какие-то котлетки. Приправ просто очень-очень много. Это все приправы.
майонез с авокадо. Всякие цезарь. Это что? Это сухарики. Этот вкусный. А, с перцем. Нескафе Айс. Холодный кофе делают. Ну. Цена на пиццу. Умножаем все на 6. Котлеты для бургеров замороженные. Такие тоже всякие. Макароны. Макароны стоят 400 рублей. Вот, Марина, смотри, какая маленькая пачка. Вот такая малюсенькая маленькая пачка стоит 13-14 песо. 14 песо, это сколько? Ну, это, короче, 70 рублей почти. Вот такая малюсенькая вообще прям вон. А вот это это вот 600. Прям. Вот это 600. Представляете? 600 рублей. Даже больше. Для супчика возьмем. Рис. Две пачки за 70. Одна 32 стоит. Есть такие смеси. Бульоны, супы. Вот такие макарошки с рисунками стоят 11, умножаем на 6. Такие печеньки. По ценам скажи. Смотри, вот такие вот печенюшки стоят 33. 33 на наши деньги. 180 рублей вот такие. Давай вот возьмем. Печенья. Подожди. Давай. 180 рублей вот такие печенья. Вот, например, смотри, подожди. Причпи. Орео. Орео 24. 24 на наши деньги это, ну, 130 рублей. Вот Орео. Тоже. 46, это получается, подожди, 46, это получается 280 рублей вот такие, такая пачка. Странно, да, как-то, ну, да, получается не... у них маленькая. Я просто думаю, то, что дороже. Только недавно вышло дороже, то, что старая модель печенюшек, то дешевле. Так что так, очень много, посмотри, сколько хлопьев разных, вообще мюсли, хлопьев, молоко, мочи. Мюсли. 65 это сколько? 65 180 рублей. Это 400 рублей хлопья. 400. Вот, cornflakes.
попкорн. Это еще дороже. Эти 90, ну, это уже потому, что тут с сухофруктами, там с ягодками, там с этими, с бананчиками, семечками. 90 песо, считай, 6 на 9, сколько? 54, 540 рублей. Ну, такие себе цены. Подороже, конечно, чем в России, причем значительно подороже. Ну и выбор, конечно, намного больше. Да, это вот все. Это все хлопья и печенье. Хлопья и печенюшки, да. И вот такой ряд. Мы на самолете взлетаем. Такие даже маленькие хлопья продаются, да, на одну 7. Порцию. За 7, за 7. Мама, а можно я себе одну такую возьму? Вот молоко. Молоко это сколько стоит? Это вот 141. 6 литров. 141. 6 упаковок. 850 рублей. 850 рублей сколько? 6 литров молока. Очень хорошая вот эта фирма, кстати, Альтура. Очень хорошая. Брали уже такое молоко, очень хорошее. Вот это молоко, очень хорошее Альтура. Классика, промо-пак. Получается тут 6 упаковок, стоит 141 песо. Очень хорошее молоко, брали уже. Не портится месяц, может 2 даже месяца. Вообще ничего, без холодильника. Хорошая. Смотрите, вот такая вот вкусняшка, короче, Рафаэлла айскрим. Это мороженое Рафаэлла. Собор кока, короче, 135 песо стоит, 135 песо на рубли, это получается 800 рублей. Сколько там штук? Одна, ты чё? Как одна? Одна маленькая, я думаю. Одна вот такая. А вот. Тут еще вон Ферреро-Роше. Ферреро-Роше, да, тоже 135, Рафаэлло. Вот эти вот. Херши. Смотрите, тут их много. А вот киткат, смотри, еще какие. Киткат, Нестле, да. Подожди, очень крутое. Запотел. Классное прям вообще. Много-много всяких вкусняшек, конечно, таких, которых вообще в России нет. Вот M&M's большой. 600 рублей. Ведро мороженого. Нестле. Панкейки тут всякие. Заморозка. Вот такой. Вот такое двухцветное мороженое. На, вот двухцветное. Багет 23. Вот еще какие-то булочки 45. Тортики 55. Булки. Пончики. Пицца. Один кусочек 18. Вот торт. О, круто. Мы сейчас наедимся в Walmart, можно ничего не покупать. Вот несколько.
Матвейки, Несквика. Матвей, потихонечку пей, не облейся. Да сейчас ему дадут. Банановый. Ну что, как тебе, вкусно? Много не пей, а то потолстеешь. Вкусно, нет, скажи. Сейчас найдимся в Walmart. В Walmart найдимся и все. Печенье съели, Несквика попили. Ммм, банановый, вкусный, на. Держи крепко, не облейся. Ну что, прикольно? Вот тетя добрая нам налила. Яйца. 76, 49, 60, 38. Ну вот такие цены. Бекон. Короче, этих сосисок целая куча. Двести грамм 42 песо. Такой сэндвич 60. Ветчина. Грамм, по-моему. А, 200 грамм. 51,50. Такая. Сколько? Неизвестно. Это что? Филадельфия маленькая. 17. Вот такие сиренатерки. Друзья, всем привет. Кто помнит такой вот сыр в Перекрестке продавался, сейчас не знаю, продается, нет, мне очень нравится. Филадельфия, обалденно, на хлеб намазываете с колбаской, просто бомба, класс. Знаешь, в чем плюс этого арбуза? Он из середины, потому что вот, белая, а ты из середины его взяли. Вот ими, килограмм 24,90. Арбузы 14,90. Папайя 28,90 килограмм. Вот половинка такая, 33,47 получается. 33,47 это 200 рублей. Ну, вот такая, 200 рублей. Манго 22,90. Вот такое манго, все спелое, все мягкое. Гуаба какая, 46,90 такая. Одну возьму. Перец. Перец. И такую картошку мы брали на суп 14.
Бананы 27,90. Яблоки 40. Виноград. Вот такие готовые салаты. Там соус внутри. Должен быть туда соус, сыр, сухарики. 30 стоит. Перец 81. 1 килограмм. Но кактус 32. Порезанный кактус. Капуста. Помидоры, смотрите, 42,90. Все зеленые. И нет, и они еще какие-то липкие. Ой, ой! Вот этот вот лаймон очень классный. Они вот очень маленькие, но они вот. Прям у них такой запах. Вот. Здорово. Это побольше. Блин, как они пахнут, так? Они вообще обалденные. Вот эти вот маленькие. Прям вот пахнут. Ну, тут это растет. Вот наша корзина. Вот мопеды продают.